В минувшие выходные в Булатниково отмечали День поселения. Настоящим подарком к торжеству стало официальное открытие нового торгово-развлекательного центра. Новые Лужники – это 2500 магазинов, более 20 кафе и ресторанов, развлекательные детские центры, кинотеатр и многое другое. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Акимовой. И хотя новый торгово-развлекательный центр «Лужники» начал работу более месяца назад, торжественное открытие решено было приурочить к празднованию Дня сельского поселения «Булатниковское», что стало настоящим солидным подарком и для жителей муниципальной территории, и для гостей. Появление такого центра в булатниковском поселении говорит о его активном развитии. Развитие идет семимильными шагами нашего поселения. Строятся огромные микрорайоны. Уже за этот год более чем на 1000 человек выросло население, и, соответственно, все это будет востребовано. Открытие одного из самых больших торгово-развлекательных центров в Европе – это еще и создание новых рабочих мест для жителей района и поступление налогов в бюджет. Это не на словах, а на деле реальное привлечение инвестиций. Мы много говорим о том, что инвестиции привлекаются, но вот они здесь, в Ленинском районе, в сельском поселении, реализованы. Размах комплекса поражает. На 90 тысячах квадратных метров торговой площади будут расположены 2500 магазинов. Кафе, рестораны, кинотеатры. Уже сейчас активно работает уникальный «Батут-центр», один из крупных в регионе, где человек любого возраста может активно отдохнуть или заняться спортом под руководством тренера. Есть на территории торгово-развлекательного комплекса и фермерский рынок, а это экологически чистые и полезные продукты по доступным ценам. Правда, пока он работает не в полную силу, но свои покупатели уже появились. Здесь настолько комфортно все, и даже забываешь о том, что это находится, допустим, не в центре Москвы, а немножко так на окраине, скажем. И продавцы хорошие. Я так думаю, что мы даже сюда потянем наших друзей. Здесь будет на высоком уровне и значительно лучше. И за счет доступности с области, с юга, я думаю, здесь это будет популярное место. Изюминкой новых Лужников станет и океанариум площадью более 8 тысяч квадратных метров, открытие которого запланировано на весну 2015 года. Будут обучение подводной рыбалке, будут продажа всяких экзотических рыб и животных. Таким образом, новый торгово-развлекательный комплекс, расположенный на пересечении МКАД и Варшавского шоссе, вполне может стать любимым местом отдыха жителей юга столицы, Ленинского района и соседних территорий. Татьяна Акимова и я, Дамья Наталья Буслаева, «Видное ТВ».